мы продолжаем удивлять своих клиентов. Возьми займ и выиграй путевку в лето. Отличные наличные. С заботой о клиентах. На шахте «Межигей-Угля» продолжается работа по разбору завалов. На месте происшествия работают 4 отделения горных спасателей, прибывших из Черногорска, и горнорабочие самого «Межигей-Угля». По словам специалистов, потребуется еще 2-3 суток для полного устранения последствий обрушения. Работа осложняется постоянными обвалами. По информации регионального МЧС, на шахте организована работа по дроблению плиты и поднятию горной породы на поверхность. Ведутся работы по разбору завала. В поисково-спасательных работах задействованы лебедка ЛПК-10 и погрузочно-доставочные машины. Извлечено около 10 кубометров горной породы. Проводится постоянный мониторинг газовой обстановки. На месте работают 59 человек и 12 единиц техники. Напомним, 30 апреля произошло обрушение породы на шахте «Межигей-Уголь» на глубине 140 метров от поверхности. Спасены 79 человек. По последним данным, судьба одного горняка неизвестна. При себе пропавший имел набор «Самоспасатель». Вентиляция шахты работает в штатном режиме. В День Победы в Кызыле пройдет традиционное шествие движения «Бессмертный полк». Всероссийская акция призвана сохранить память о солдатах Великой Отечественной войны. К шествию может присоединиться любой желающий с портретами своих родственников – фронтовиков. «Бессмертный полк» стартует сразу после торжественного парада войск и военной техники и станет завершающей колонной. Построение участников шествия начнется в 9 часов утра на площади Победы. С каждым годом количество участников шествия возрастает. Формирование колонны «Бессмертного полка» уже началось. Задать все интересующие вопросы по поводу участия в шествии можно по телефону 8 923 383 19 45. Для нас очень важно, что в «Бессмертном полку», в этом тихо молчаливом шествии, идет человек, который несет фотографию с фамилией, с именем своего родственника, дедушки, бабушки, который участвовал в Великой Отечественной войне или был тружеником тыла. Для нас вообще очень важно само вот это вот шествие, сама вот эта акция «Бессмертный полк». И нам даже кажется, что с каждым годом народ более активный стал, и даже кажется, больше в рядах нашего полка становится. В Туве состоялось публичное обсуждение проблем организации пассажирских перевозок. О них рассказали участникам слушаний сотрудники служб автодорожного надзора, представившие аналитический доклад о ситуации в сфере пассажироперевозок. Наряду с руководителями Минтранса Тувы, транспортных предприятий и предпринимателей, занятых в сфере перевозок, в обсуждении приняли участие глава республики и начальник Сибирского межрегионального управления государственного автодорожного надзора. По оценкам территориального отдела автодорнадзора, годовой оборот рынка пассажирских перевозок в Туве составляет около 1 миллиарда рублей. Из них более 500 миллионов приходится на межрегиональные перевозки между Кызылом и городами Красноярск, Томск, Иркутск, Новосибирск и Абакан. На втором месте по емкости внутригородские перевозки в Кызыле – более 300 миллионов рублей в год. Оборот в сегменте межмуниципальных перевозок оценивается примерно в 160-170 миллионов рублей. Абсолютное большинство всех транспортных средств, занятых в пассажироперевозках, работает в Кызыле на 27 городских и пригородных маршрутах. Весь подвижной состав общественного транспорта столицы Тувы насчитывает 459 автобусов, в том числе 35 автобусов МУП «Кызылгортранс» и 424 частных автобуса. При этом основную часть парка частных автобусов, или 394 единицы, составляют так называемые маршрутки – микроавтобусы марки «Газель».
Льготники смогут добираться к месту лечения и обратно по электронным талонам. Фонд социального страхования России совместно с УАО РЖД запускает новый проект по предоставлению гражданам льготных категорий, имеющим право на получение государственной социальной помощи, электронного талона на проезд к месту лечения и обратно на железнодорожном транспорте в поездах дальнего следования. Проект уже прошел тестирование в нескольких регионах страны. С 26 апреля текущего года технология получения электронного талона будет постепенно внедряться на территории остальных регионов, где соцстрах России осуществляет полномочия по предоставлению гражданам льготных категорий бесплатного проезда к месту лечения и обратно. С внедрением электронного талона значительно упростится процедура получения проездных документов, сообщили в фонде. В агентство по делам семьи детей Тувы за счет госпрограммы «Социальная защита семьи и детей» на 2017-2020 годы поступили семена картофеля и овощей. Количество участников проекта по утвержденным спискам муниципальных образований составило 2204 семьи. Из них 1600 семей получат семян картофеля и 604 семьи – набор семян овощных культур. В этом году после сбора урожая участникам рекомендуют оставить 25 килограммов картофеля на семена с тем, чтобы в 2019 году увеличить охват семей на получение социальной поддержки. И о курсах валют. Доллар стоит 64 рубля 7 копеек, евро 76 рублей 53 копейки. День Победы – это праздник со слезами на глазах. Каждый год в этот знаковый для всей страны день в столице Тувы проходит торжественный парад, посвященный праздничной дате – 9 мая. Не пропусти! Смотри прямые трансляции парада 9 мая в Кызыле, на ТНТ Кызыл и на сайте youtube.com. Слушай на «Голос Азии» 102.5 FM. Это наш общий праздник. Генеральный партнер прямой трансляции «Такси Апельсин». Еженедельная газета «Тува ТВ» – это всегда свежая и актуальная информация. Программа передач на неделю, тибетские и астрологические гороскопы, множество рубрик на различные темы, все для досуга и развлечений. И огромное количество объявлений. Рынок республики в еженедельнике «Тува ТВ». Амбулаторно-поликлинические приемы детей 6 мая будут организованы в детской поликлинике номер 2 с 9 часов утра до 15 часов. В праздничные дни также будут организованы медицинские патронажи к больным детям и новорожденным, выписанным из родильных учреждений. Также в эти выходные будут организованы медико-социальные патронажи совместно с социальными службами для выявления социального неблагополучия, угрожающего здоровью и жизни детей, и своевременного оказания медицинской помощи при необходимости. Поликлиники города Кызыл для взрослых будут работать 5-7 мая с 8 до 14 часов. Обеспечение анестезирующими препаратами тяжелых больных по рецептам будет производиться через аптеки. В Барунхемчиском районном суде прошел конкурс сочинений среди 6-11 классов школ района и города Ак-Довурак на тему «Что я могу делать для того, чтобы в моем городе, районе не было преступлений». В конкурсе приняли участие 29 школьников, из них 13 из Ак-Довурака. 12 учащихся написали сочинения на родном языке, 17 – на русском. В подведении итогов приняли участие судьи и работники аппарата суда. Среди сочинений на русском языке первое место удостоена работа ученица 11 класса школ номер 2 города Ак-Довурака Саглай Оржак. Второе место занял ученик 6 класса Ергебардовской средней школы Алаш Сая. Самир Сая, участник из города Ак-Довурак, занял третье место. Победителям конкурса вручены ценные призы и дипломы. Всем другим участникам вручены сертификаты.
Сегодня на площади Арата состоялась первая репетиция сводного мужского хора. Хор, сформированный из трудовых коллективов республики и территориальных управлений федеральных органов власти, куда входят только мужчины, 9 мая исполнит знаменитую песню «День Победы». Ежедневно для участников хора на предприятиях ведутся репетиции. Их проводят учителя музыки и хормейстеры школьных и дошкольных учреждений столицы. Так, сегодня все коллективы получили концертный вариант фонограмм и приступили к усиленным репетициям, чтобы 9 мая поздравить ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла и всех тех, кто не жалел сил в борьбе с фашизмом, и почтить память тех, кто не дожил до этого дня. Но уже традиция несколько лет у нас подряд при праздновании такого замечательного праздника, как 9 мая, инициаторами были наши Союз отцов, Союз мужчин. Уже несколько лет сводный хор у нас исполняет песню как на площади, так и в театре песни про нашу победу. Естественно, в этом году у нас также сводный хор мужчин различных учреждений, организаций нашей Тувы, города Кызыла. Около 300 человек будут замечательно петь песню. Поэтому приходите все хотя бы полюбоваться на парад и на исполнение песен сводным хором. 8 мая в 16 часов в Национальном театре состоится праздничный концерт, посвященный 73-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Участвуют все республиканские концертно-театральные учреждения. Одним из номеров концерта станет выступление мужского сводного хора, в который входит около 500 человек. Этот же хор выступит в полном составе на площади Арата 9 мая после завершения парада шествия. По многочисленным просьбам покупателей компания «Вавиол» травы Тувы начинает продажу натурального меда с разных регионов России. И хотя мед собирают практически на всей территории нашей страны, существуют самые разные условия для получения меда высокого качества. Компания «Вавиол» закупает мед только у сертифицированных и проверенных пасечников Башкирии, Алтая, Казахстана и Дальнего Востока. Для убедительности качества продукт проходит лабораторные исследования во избежание вкусовых добавок. Также исключают тепловую обработку, чтобы сохранить полезные свойства меда. Тепловая обработка нужна, чтобы убрать кристаллизацию в меде и сделать его однородным. Однако следует знать, что кристаллизация – это естественный процесс, указывающий на натуральность меда. Фасовка меда осуществляется в недорогую тару, чтобы избежать удорожания продукции и жители Кызыла могли приобрести мед по выгодной цене. Уже хотите порадовать себя и свою семью вкусным и полезным лакомством? И не только? Тогда приходите в фирменный магазин «Травы Тувы» по адресу Чульдум, 44, напротив торгового дома «Алексеевский». В ближайшие сутки по республике ожидается переменная облачность, ночью местами небольшой и умеренный мокрый снег, гроза. Днем местами небольшой дождь, мокрый снег. В Кызыле переменная облачность, ночью небольшой дождь, мокрый снег, возможно гроза. Днем без осадков. Ветер северо-западный от 3 до 8 метров в секунду, порывы ночью до 17. Температура воздуха ночью минус 1, плюс 1 градус, днем плюс 10, плюс 12.